Министр финансов Валерий Жандоров отметил, что информация о задержке зарплат для сотрудников бюджетной сферы необоснована и не соответствует действительности. Напомню, в эти дни в соцсетях распространялась информация о том, что декабрьскую зарплату в Якутии многие получат только в январе. Премии не будет. Министр финансов дал разъяснение по этому поводу для нашей компании. Я считаю, что это необоснованная информация. Оплата труда работников бюджетной сферы, так же, как и социальные выплаты, первоочередные расходы, они всегда исполнялись, исполняются и будут исполнять в соответствии с теми назначениями, которые предусмотрены в расходах государственного бюджета по всем отраслям бюджетной сферы. То есть эти обязанности будут исполнены, вот, ресурсов доходов будет достаточно исполнения этих обязательств. Повышенные темпы, а мы на это выделили дополнительно 3,9 миллиарда рублей в этом году, они будут выплачены до конца года с учетом повышения оплаты труда.